20 подростков из Люберецкого округа, стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних, отправились на слет в военно-патриотический центр. Там они займутся спортом и военной подготовкой. Ребята будут находиться на территории центра под наблюдением педагогов и специалистов. Там их ждет строгий распорядок дня. В центре офицерское собрание. Ребят ждут соревнования в различных игровых видах спорта. Кроме того, участники смогут показать свою ловкость в экстрим-парке, а также покататься на картах. Там они научатся многому, а самое главное – правильному поведению в обществе. Военно-патриотический слет продлится неделю. Возраст участников от 14 до 17 лет. Вам надлежит на самом деле приобщиться к дисциплине, освоить многие армейские специальности, в том числе На спортивные сборы мальчики отправились накануне. Их провожали у здания администрации. Военно-патриотические слеты становятся уже доброй традицией для городского округа. После таких мероприятий у ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, наблюдается положительная динамика. Такой летний отдых для подростков организовывает администрация уже в течение 7 лет. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.